Ребята, всем крепкого здоровочка. Пришла та пора, когда уровень воды в реках нормализовался. А у меня было очень большое желание порыбачить на сплаве. Так вот, я сегодня взял рюкзак, поместил туда лодку, весла, плитку, чайник, снасти, два спиннинга. В общем, собрал полностью рюкзак боевой. Как у меня это получилось, я вам потом расскажу. И сейчас я прошел уже примерно километра два. У меня осталось пройти еще километра 4, и мы с вами окажемся на реке, и потом будем сплавляться до того места, где я оставил машину. Я думаю, что сегодня будет просто сказочное путешествие, и вас вместе с собой приглашаю. Я уже набрызгался от комаров, так что мне теперь абсолютно никто не страшен. В общем, ребят, я прошел уже примерно 4 километра. Поклажа постепенно тянет меня к низу. Я уже практически весь мокрый от пота. Сейчас бы, наверное, все отдал для того, чтобы выпить большой такой стакан холодного кваса или воды просто. Но надо терпеть. Сейчас придем к реке, разложу всю поклажу, накачаю лодку и обязательно скипячу себе чайку, попью. Потому что водно-солевой баланс надо восстанавливать в организме. Вот. Если бы у меня не было с собой дрона, камер и всевозможных приблуд, которые делают видеосъемку более качественной, тогда я бы шел вообще практически налегке. У меня была бы лодка с веслами, термосочек. Я бы, наверное, взял бы один спиннинг и одну коробку с приманками. И все, и у меня больше бы ничего не было. Кстати, лодка, вот, которую я сейчас несу, она весит всего на все 4 килограмма. То есть вес был бы как бы вообще практически никакой. А так приходится вот тащить такой приличный вес на дальнее расстояние. Ну ничего. Главное... Ой, мокрый весь. И главное, что кино будет хорошим. Это самое главное. Тут вот, видимо, кабаны ходили, что ли, разрыты, видите как. Вот, видимо, хрюшка какая-то приходила тут, пыталась что-то искать. Фу, я уже реально устал. Прям задолбался. Вышел на выруба. Вот такие. Фу. Вот, и сейчас надо будет потихонечку спускаться к реке. Не знаю, дорога там есть, нету. До реки отсюда спускаться примерно метров 300. Не знаю, есть там скала или нет.
Вот, ну, сейчас будем как-то этот вопрос решать. Так, чей-то след нашли, нормальный такой. В общем, вроде как бы я выхожу уже к реке. У меня насквозь мокрые штаны, меня облепили комары. Вот. Но вроде как бы нам осталось тут что-то в районе 400 метров. Вот, так что уже силы нету, если честно. Уже надо добираться и отдохнуть. Смотрите, ребят, иду вот сейчас по дороге. Уже вроде как 200 метров осталось. Не знаю, кто тут шины наложил, вывалил. Видимо, выбирались мужики отсюда как-то. Пытались выехать, что ли, не знаю. Куда черт носил. Такие же, наверное, как я, отмороженные на всю голову. Но я честно скажу, я не буду врать. Не буду хорохориться. Я уже иду прям на пределе своих физических возможностей. Уже прям ребята, вы не поверите, но река вот она. Мы пришли. О, ура. Смотрите, что я нашел. Кузов автобуса. Так-то вообще страшновато. Я решил немного обойти тут, чтобы нормальный был спуск к воде. Чугальник какой-то. Явно туалет. Промысловый участок. Это что-то типа избы, наверное, что ли. Лодка, что ли, или матрас? Стулья, термос, банки. Струйки. Вот такой вот скарб у меня сегодня с собой, ребят. Это Покрафт от фирмы Time Trial. Вот, как бы, чтобы вы понимали размер, да? Вот мой сапог 43-го размера. И вот так вот она смотана. Весит 4 килограмма. Есть модели еще легче, но это как бы усилено для рыбалки специально. В общем, вот так вот, ребят, выглядит эта лодочка. Весит она 4 килограмма без учета весел. В общем, если бы это была обычная лодка, вот, то она бы весила, наверное, килограммов 8. И я бы сюда явно не дошел. Вот, а так, пожалуйста, 4 килограмма весом. Материал ТПУ, он очень крепкий, крепче, чем ПВХ. Усиленное дно. Специальные держатели для спиннингов. Кстати, я их уже испытал. Ну, в прошлом видео вы это видели. Вот. Надувная подушечка. Вот такая вот. Весла. Весла, кстати, специально вот моделька для рыбалки с уключенными. Весла эти, это трансформер, то есть вот эти вот части отстегиваешь, соединяешь одно весло вместе со вторым. Получается одно весло, которым можно там через камыши продираться, еще через что-то. Установил я, в общем, на лодку вот такую вот селфи-палку. Это, кстати, селфи-палку я заказывал в магазине Борика.
Я вам ссылочку на него оставлю. Ребята молодцы, предоставили мне скидку 40% за то, чтобы я им сделал небольшую рекламу. В общем, наклеил вот сюда вот держатель и прикупил селфи-палку. В общем, вообще красота. Для того, чтобы видео было более качественным, я считаю, вообще прям неоценимый, незаменимый аксессуар. Тем более, что аналогов нигде нету таких вот, ни на Алиэкспресс, ни где-то еще. Ну все. Варим чаек. Можно отчаливать. Я готов отчаливать. Болотнички у меня сушатся. Носочки сушатся. Камеру зарядил. Спиннинги собрал. Чайку попил в термокружку еще. Налил дополнительно. Вот у меня загашничек. Все. Разместился как надо. Сейчас чуть-чуть вот вверх по течению поднимусь сюда. Попробую у впадения речки прокинуть. И потом поплывем вниз. Нутис. Приступим. Попала. Попала рыбочка первая. Ох ты. Щука. Щука попала. Вот так. Она у меня, кстати, только что клевала, судя по всему, на микроджиг. И откусила. И откусила джиг один. Маленький. Надо посмотреть. Может, у нее в пасти? Нет, нету. Ну, а мелкая. Мелкая. Такую нам не надо. Так что давай. Беги, красавица. Смотрите, какое тут козырное местечко. Есть! Есть! Нападение! Вы видели, ребят? Эх, ты убежала. Видите, кто-то клевал. Видимо, окушок. О, есть, есть. Точно, смотри-ка, чего. Нифига себе. Вот это. Какой красавец. О. Сейчас будем проходить перекатик. Достаточно бурный. Я думал, мы его резанем вот так вот. Вот так. И это местечко мы сейчас еще и обловим. О, вот это была щука. Из-под самой лодки. Ева, килошница, блин, свинтила. Вот же ж. Сучка. Помяла как. Фух. Че себе. Ой, 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 ой,
какие перекаты. На них прям так свежо, хорошо дышится. Прям вот сбежал и тут вот прям родная у меня стихия, прям лес, вода, скалы, потоки, рыба, охота, первобытность какая-то, прям дикарство. Ничего лучше этого нету. Ребята, тут остановился, чтобы... Ой, кошмар какой. Чтобы косточки размять. Мне тут сначала окунь клюнул, потом вот это вот устраивает мне. Тут я босиком хожу. Тих! Ой, давай, иди сюда, родная. Вот так. Ой, тихо, 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 мелкая. Погоди, сейчас я тебя... освобожу от крючка и отпущу. Я думал, окунь клюнул крупный. А это, оказывается, вот это вот, девонька. Давай. Эх, класс. Сейчас дрон запустим в небо. Полетаем немного. Смотрите, какого окуня достал. Он из-под тех коряжек. Какой красавчик. Хорошо его взял. О! Еще один. Акушарик. Ловлю я вот на такую вот резинку. Это тиога маленькая и джиг-головка 2 грамма. Тиога такого серебристого цвета, вот как вот эти вот мальки, вот которые плавают сейчас. Это тут основной корм для хищника. И поэтому я думаю, что он так уверенно берет именно за этого.
колбаска, огурчики, чаек с сахарком. И вот такие вот тучи пышные. Гроза будет 100%. Бабочка прилетела, на бутылку села, влагу собирает. Всем сейчас пить охота. Душно, жарко. Матушка. Ну что, продвигаюсь я дальше потихонечку. Вот тут вот интересное местечко. Перекатик выходит. И вот тут вот как бы крутит. Не знаю, если тут глубина есть, то сейчас попробую тут обкидать все. О, есть борбос. Работает. Тактика. Ребят, на самом деле надвигается какая-то буря, идет за мной мгла, а я от нее убегаю. Ничего, нам осталось немного, буквально пара километров, и уже приплывем к тому месту, где у меня оставлена машина. Вон, ребят, смотрите, сколько пескарей на перекате стоит. Очень много. Thank you.